Им же они могли легко военное превосходство, которое они сейчас имеют над Арменией, и те высоты, на которых они находятся, они могли очень легко в течение нескольких часов добраться до Нахчевана. Да и сейчас они это могут сделать. Могут, но кто-то мешает. И я хочу еще в тот факт сказать, что сейчас уже там на границе находятся наблюдатели из Европы.